Российские парламентарии дали свое согласие на присоединение страны к Всемирной торговой организации. По данным Минэкономразвития, вступление в ВТО имеет огромные плюсы. Появится около 40 тысяч новых рабочих мест. А по заявлению экспертов Всемирного банка, после устранения экспортных барьеров для своей продукции, Россия сможет в течение 3 лет увеличивать ВВП более чем на 3% в год. Но этот шаг неизбежен и для государств, которые входят в таможенный союз. Казахстан планирует вступить в ВТО в 2013 году. Готовы ли мы на такой ответственный шаг? Мое мнение о вступлении Казахстана во Всемирную торговую организацию является положительным. Для вступления в ВТО мы делали определенные шаги ежегодно, согласно посланию президента Республики Казахстан. Это вот основное, это вступление в 50 конкурентоспособных стран. Для присоединения к Всемирной торговой организации Казахстан последние 20 лет планомерно развивал экономику. Принятие программы «Занятость 2020», «Дорожная карта бизнеса», «Производительность 2020», «Экспортер 2020» – тому подтверждение, говорит экономист Ербол Садыр. Программа индустриально-инновационного развития экономики – это направленные действия для вступления во Всемирную торговую организацию. Поддержка малого и среднего бизнеса тоже способствует развитию экономики страны. Рост конкурентоспособности отечественной продукции в сравнении с импортными даст толчок для динамичного развития экономики страны. Это, в свою очередь, повлияет на рост благосостояния народа. Но не все придерживаются этого мнения. Некоторые считают, что со вступлением в ВТО Казахстан опоздал. Опоздали немного. Надо было вступать именно в тот период, когда ВТО принимали без всяких условий, после развала Советского Союза. То есть на льготных условиях, так же, как, например, были приняты Прибалтийские республики, наш соседний Кыргызстан, вот тогда нужно было в ВТО стремиться. Сейчас, когда ужесточили все эти условия в связи с тем, что антиподом Запада всегда являлась Россия, а мы, как союзники России, тоже входим в эту группу антиподов, то есть условия настолько ужесточились, что нам, населению Казахстана, нужно потуже завязывать узлы. Выиграет ли Казахстан, став членом ВТО, покажет время.